Полицейские могут разрешить стрелять в женщин. В Госдуму внесен законопроект о расширении права стражи порядка на применение оружия. Исключение сделано только для женщин с явными признаками беременности. Как пояснила глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая, такое решение оправдано, поскольку факты участия представительниц слабого пола в грабежах, разбоях и преступлениях террористической направленности становятся все более частыми. По статистике, в прошлом году 158 тысяч женщин приступили закон, в том числе совершили убийства и особо тяжкие преступления. Также поправки в закон о полиции предполагают возможность правоохранителя открыть огонь при значительном скоплении людей для предотвращения терактов или освобождения заложников.